Эта теплица была построена в рамках реализации нацпроекта «Экология», специально для выращивания саженцев сосны. На этот сезон в ней высадили 300 тысяч сеянцев. Уход за ними особый. Полив орошением один раз в 10 дней больше не рекомендуется. Ежедневно проводится прополка. Также растения защищены от прямого солнечного света. Для лучшего роста саженцев необходим температурный режим в пределах 20-25 градусов. Это воздуха и 20 градусов почвы. Значит, мы все это соблюдается. Значит, у нас здесь, значит, все показано, все это записывается. Ежедневно ведется журнал учета. Значит, проветривание круглосуточное производится. Также измеряется влажность воздуха. То есть влажность должна поддерживаться не менее 73%. В этом году сеянцы были высажены двумя способами – с открытой и закрытой корневой системой. Те, что растут с закрытым способом, переедут в естественную среду в следующем году. Их приживаемость в природе почти 100%. Те же, что открытым способом, будут высажены уже этой осенью. Ежегодно площадь лесовосстановления на территории республики составляет более 26 тысяч гектаров. На сегодняшний день нами проведены лесовосстановления на площади 500 гектаров, то есть основной объем будет проводиться уже в третьем квартале, в осенний период времени. Дополнительно к этому мы заложили в этом году 3 лесных питомника. На сегодняшний день их количество составляет 14, занимают площадь они 8 гектаров. Высеяли мы порядка 500 килограмм семян сосны обыкновенной, что позволит нам получить более 6 миллионов стандартных сеянцев для лесовосстановления площади в 1500 гектаров. Еще один способ восстановления леса – компенсационный. Срубил лесопользователь гектар – будь добр, посади столько же. Помимо лесовосстановления, проект «Экология», инициированный Владимиром Путиным, подразумевает закупку лесопожарной техники. В минувшем году на эти цели было выделено 163 миллиона рублей. Нацпроект рассчитан до 2024 года. За это время Бурятия в общей сложности получит 460 миллионов. Батыр Ламбаев, Вячеслав Батоев, «Новости дня».